Ребята, бежите 1 километр. Я стою там, дядька свистит, побежите. Более 20 лет проводится в Видном рождественская лыжня. В этом году из-за заморозков соревнования пришлось перенести на неделю. И хотя и сейчас температура не самая комфортная, более 40 человек решились выйти на старт. Пришли энтузиасты такие, сами пришли. Можно было не приходить. Старшие их я позвал, старших, говорю. Ну и то, когда посмотрел, вот он 23 градуса, я им сказал тоже. Ребят, смотрите, у кого сопли, кашель, не надо. Гонки проводились в 8 возрастных категориях. Соответственные дистанции спортсмены проходили разные. Постарше бежали 3 километра. Самые юные 500 метров. Я очень довольна своим результатом, потому что я думала, что я опять какую-то медаль маленькую получу. Ну там третье место. Парк Опаренки комфортен не только для участников соревнований, но и зрителей. Есть где погреться и выпить чаю. Многие пришли сюда впервые и, наблюдая за спортсменами, размышляют, не принять ли участие в гонке в следующем году. Первый раз лицезрею эти соревнования, поэтому еще первый раз. Для меня это соревнование как на Олимпиаде. Только Олимпийские игры я видел, лыжные гонки. Все остальное сейчас, может быть, на следующий год сподоблюсь. Рождественская лыжня – тот самый случай, когда важна не победа, а участие. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.